Настоящему мастеру не обязательно использовать целый арсенал дорогостоящих материалов для того, чтобы создать что-то невероятное и потрясающее. Напротив, чем проще, тем лучше. Молодой африканский художник из Ганы Нгбасока отлично продемонстрировал, насколько удивительные портреты можно нарисовать, используя лишь одну шариковую ручку. Художник прорабатывает каждую деталь для того, чтобы портреты получились максимально реалистичными. С первого взгляда их даже можно спутать с фотографиями. Невероятно, какие шедевры можно сделать обычной синей ручкой. Естественно, залог успеха Нгбасока заключается в исключительном таланте художника.